Добрый вечер, дамы и господа. Компания Union Boxing Promotion совместно с Национальной лигой профессионального бокса Украины представляют вечер бокса Pro Boxing Show. Вашему вниманию рейтинговый поединок весовой категории до 66 килограмм. И в красного головинга приглашается боксер из Грузии Александр Бенидзе. Боксер из Украины Влад Баранов. Этот поединок обслуживают судьи Вадим Лавренец, Виктор Фисечко, Влад Бабаян, рефери в ринге Олег Кудеров. В красном углу ринга опытный боксер из Грузии, ему 32 года, рост 175 сантиметров. На профессиональном ринге провел 32 поединка, 13 побед, 6 из которых досрочные. Александр Бенидзе! В синем углу ринга боксер из Украины, ему 20 лет, рост 175 сантиметров. На профессиональном ринге проводит свой третий поединок. На счету боксера две победы и обе досрочные. Из Переяслава-Хмельницкого Влад Баранов! Боксеры! Слушайте мои команды. Желаю удачи. Влад! Влад! Thank you.
тренер Амиреский команды. Сени гарес. Сени, ацнарди. Олафери каргат фари просто. Окени. Камоиле миди цали. Цали камоиле. Ара. Короче. Дамы и господа, нокаутом во втором раунде победу в этом поединке одержал Влад Баранов!